Наше путешествие началось с перелета Алма-Ата-Хошимин. Это второй город по величине после столицы – города Ханой. Хошимин – южная столица Вьетнама. Официальной столицей является город Ханой, который расположен на севере страны. Хотелось проехать всю страну, но с учетом того, что мы планировали наш мототур на февраль месяц, северная часть Вьетнама нам совсем не подходила. В это время года в северном Вьетнаме прохладно, ну и требуется теплая экипировка. Главное же для нас было это ехать на мотоцикле в тепле и относительном комфорте, ну и, конечно, провести на море какую-то часть нашего времени. Поэтому для исследования была выбрана южная часть Вьетнама с точкой старта и финиша – город Хошимин. На все про все у нас было в общей сложности 16 дней. Посмотрев на карту во время прокладки маршрута и посоветовавшись, стало понятно, что этого времени едва хватает для изучения только южной части страны, и то бы я сказал поверхностного осмотра. Маршрут был закольцован, чтобы посмотреть как внутренний Вьетнам, так и побережье. Вьетнамские дороги позволяли это сделать. Первая часть пути с юга на север шла вдоль границы с Камбоджей и Лаосом и заканчивалась в древней столице Вьетнама, городе Хюэ. А вторая часть шла обратно в сторону Хошимина на юг, по побережью Южно-Китайского моря. Восемь часов полета, и вот мы уже в Хошимине, в самом центре. Те, кто знает, Куасан Роад в Бангкоке – это то же самое, даже где-то помасштабнее. Для тех, кто не был там, скажу, что такие места не для того, чтобы спать. Сувенирные лавки, магазины, массажные салоны всех мастей, турагентства, любая еда, как внутри, так и снаружи, прямо на тротуарах. Жарят, варят, пьют, поют, танцуют и просто ходят в разные стороны толпы туристов. Утром нам нужно было забрать байки, так как ребята с фирмы проката нас предупредили, что они и вся страна закрываются после обеда и будут отдыхать целую неделю. Первое впечатление эндурика. Нет, не держу пока. Достаточно жесткая у него такая ходовочка. Руль на месте, все на месте. Ножка немножко погнута. Прокатная фирма предлагает на выбор несколько видов двухколесной техники. Мы выбрали Honda XR, потому что, в отличие от остальных байков, он был полноценным мотоциклом, а не мопедом. Причем мотоциклом класса эндуро, то есть внедорожником. И имел вместительный задний багажник и немаленький бензобак. Условия аренды очень простые. Помимо оплаты и договора, вам нужно оставить паспорт и денежный депозит. К слову, паспорт нам и не понадобился, вполне хватило копии. Расскажите, пожалуйста, про свою компанию. Как давно вы здесь работаете? Мы занимаемся во Вьетнаме арендой мотоциклов уже 4 года. Сейчас у нас уже 3 офиса – Хошимин, Дананг, Ханой. И у нас около 300 мотобайков. Как и все компании, мы начинали с китайских байков, но они часто ломались, и это ужасно все напрягало. У нас случалось до 70 поломок в день иногда. В конце концов, мы купили настоящие Хонды, и они оказались реально рабочими лошадками. И теперь все счастливы. Наш основной байк – Honda Blade объемом 110 кубиков и полуавтоматов. Они недорогие и для проката, и в обслуживании. И если даже что-то случится, их легко очень починить. А были ли у вас уже байкеры из Казахстана? Не, не слышал ничего о Казахстане до этого. А мы привезли вам презент. Это шоколад, сделанный в Казахстане. Вау, спасибо большое! У
Мы сели на байки и сразу поехали по намеченным на этот день достопримечательностям. Первое, что мы хотели посетить, это музей Вьетнамской войны. Потому что для нас Вьетнамская война, она связана со всей историей страны в целом. Экспонаты музея настолько разнообразны. Начинают от минных осколков и заканчиваются танками, самолетами и грузовыми вертолетами. Ну и, конечно, в самом здании можно посмотреть документальную хронику в виде фотографий, агитплакатов, документов той эпохи. А вы помните те времена? Конечно. А сколько лет вам тогда было? Мне было 16. Я был 2 года в партизанском отряде на стороне южан. Когда тебе 14, попадаешь в тренировочный лагерь на 3-4 месяца. А потом тебе дают автомат. Но ты не идешь на передовую. Ты на службе, где живешь. Это не регулярная армия. Это как отряд самообороны. Так же, как в Ливии, Сирии, там, Афганистане. Подростки с автоматом Калашникова защищают свой дом. На какой-то момент показалось, что это фотографии фашистов Второй мировой войны. Но людям особо впечатлительным нежелательно посещать такие места. Наше путешествие началось в канун Нового года по китайскому календарю, который празднуется здесь в середине февраля. Даты были выбраны не случайно, потому что хотелось встретить восточный Новый год на его родине. И сегодня на календаре было 15 февраля. Ну, это как по-нашему 31 декабря. Люди стекались отовсюду в столицу для празднования Нового года, и отчего городской трафик сгущался на глазах. Мы решили пройтись пешком до следующей достопримечательности – самому высокому зданию в Хошимине. Это финансовая башня Saigon Skydeck высотой 262 метра. Отсюда открывается панорама на весь город. Особенно было приятно любоваться этим видом на закате. Вьетнамских так называемых Дедов Морозов несколько. Одного, который приходит в новогоднюю ночь, называют Вонган Вен, что переводится как «старик Рождество». Вместе с ним во вьетнамские дома приходит дух Нового года Туао Квен, который во вьетнамской мифологии считается божеством земли. Именно их-то мы и встретили на улице, фотографирующихся с народом. Ну, не упуская возможности, сфотографировались и мы. Весь центр города уже был заполнен радостной толпой. Мы удобно устроились за столиком и наблюдали за действом. Ровно в 12 часов под бой барабанов и радостные крики начался торжественный салют. Chúc mừng năm mới. И тут я понял, в чем разница. У нас в это время принято быть дома и уплетать салаты. А тут, наоборот, все выходят на улицу, где-то веселятся. С новым 2018 годом!